с одной слезой. Да, и в вашей слезе другое лицо. Да, наверное, я выгляжу потерянным. Это именно так. Вы живете в двух мирах. В одной жизни я помолвлен с женщиной, которую люблю. Другая женщина? Мне очень нравится, очень. Мужчина влюблен в женщину из другой эпохи. Так и вижу фотографию. Я вижу фильм. А я вижу непреодолимую проблему. Я вижу носорогов. Im Lichtkleid kam sie auf mich zu. Ich weiß es noch wie heut. Ich war so jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut. Verstand nur ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut. Oh no. Kannte mein
какое-то заблуждение в психологии. Теория золотого века. Ага, точка. Да, неверное представление, что другой период времени лучше, чем тот, в котором ты живешь. Это изъян в романтическом воображении тех людей, которым очень трудно смириться с настоящим. Угу. Да, то, что это надо, лучшее вот такое кольцо, что мы видели. Бриллианты на обручальном кольце должны быть обязательно, и тогда все увидят, как он надевает его мне на палец. Ой, Нэнс, это будет грандиозное событие. Хотелось бы, конечно... Я не хочу это обсуждать. Это твой выбор, что тут скажешь.